Добрый день, дорогие коллеги. Я с удовольствием хочу вас поздравить с началом нашей конференции, юбилей 10-й. Конференция действительно идет именно по профилю нашего военмеха «Молодежь, техника, космос». Хочу вам пожелать, чтобы на этой конференции вы бы озвучили в своих докладах те мысли, которые у вас есть, мысли по созданию ракетно-космической техники, по ее применению, и подчеркнуть, что наши выпускники без работы не останутся, потому что наше государство, Россия, поддерживает новые интересные проекты. При открытии павильона «Космос» 12 апреля Владимир Владимирович Путин озвучил еще раз отдельно для всех, что наша страна будет осуществлять и проекты освоения Луны, и проекты по достижению и работе на Марсе. Поэтому, засучив рукава, нужно работать. И я уверен, что вы будете предлагать очень много интереснейших открытий, интереснейших решений, инженерных задач. Поздравляю вас с началом конференции. Удачи и успехов.